и господа, Лига WFC и бойцовский клуб «Ахмат Казахстан» представляют вам трехраундный бой в легком весе. В синий угол клетки добро пожаловать, боец из Кыргызстана. Приветствуйте, Магомед Курбанов! Я Магомед Курбанов, я представляю клуб «Горец» Кыргызстан. Надеюсь показать хороший бой. Красный угол клетки приглашается боец из Казахстана по прозвищу Ахиллес Василий Тахтай. Я, Тахтай Василий, представляю бойцовский клуб «Ахмат». Для меня честь драться на грозной битве 12 в Казахстане, в Астане, в своем родном городе. Надеюсь, соперник готов к этому бою. Опустим стать в стенки, голодный зверь в клетке. Не померкли сверги, сверхкрепкий заряд энергии. Сквозь тернии ветви, из недр через дебри. Здесь шар против кегли, пришел делать дерби. Чую нутром, моя корона и трон. Пардон, удар, патрон, в него внедрет протон. Следи за своим ртом, я на потом не оставлю. Переверну вверх дном. Метка особо опасен, рассеять подумай, это Азия. Высокий риск упасть на землю. Поднялся, загасят, я опустят до грязи. Здесь праздник одним, другим публичная казнь. Я неустраним в этой погоне за титулом. Пришел за своим, чем бы оно ни было. Степной ассасин, зажженным фитилем. Возьмет свой олимп и уйдет победителем. Боевая единица в действии. 100 за 200, здесь стихийное бедствие. Инстинкты ниндзя, жажда танцев полезли. Мотивы убийцы. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 70,35 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил Фалетудо. Победитель международного турнира Фалетудо Камин Фарин Кап. Победитель профессиональных боев Кубка Бишкек. Представляющий клуб «Горец» из Бишкека, Кыргызстан. Магомед Курбанов. Боец в красном углу. Ему 39 лет. Рост 168 сантиметров, вес 70,35 килограмма. Профессиональный дебют по правилам ММА, но он является чемпионом Евразии по манкрасиону и чемпионом Казахстана по грэпплингу, представляющий спортивный клуб «Ахмат» из Астаны, Казахстан. Встречайте, Василий Ахиллес Тахтай. Рефери боя Ашот Ашидян. Отсюда середина. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работает. Сетку не держит. Локтями в голову не бьет. Затылок позвоночник не бьет. Коленями в голову только в стойке. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Готов. Первый раунд. Работаем.
Для награждения за октагон приглашается вице-президент Федерации борьбы Улан Умаров. Дамы и господа, бой остановлен через минуту и 8 секунд первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Василий Ахинец Тахтар! И вносим извинения, в его возраст ему 19 лет! Василий Ахилес Тактай, Астана, Казахстан, спортивный клуб «Ахмат». Сверхкрепкий заряд энергии, сквозь нервные ветви, из метр через дебри, здесь шар против кегли, пришел делать дерби. Чую утром, моя корона и трон, пардон, удар, патрон. И аплодисменты его сопернику, Магомеду Курбанову из Кыргызстана. Возьмет свой олимп и уйдет победителем. Боевая единица действует.